Здравствуйте, дорогие друзья. Я просто хочу вам дать одну очень интересную информацию. Как вы уже знаете, у нас прошел уже пятой международный семинар Казахстанской ассоциации. Благодарю этим. На сегодняшний день у нас это было международное мероприятие. И я хочу сказать, что люди, которые были, которые представляли как свою страну, это Азербайджан вместе со своим председателем Азербайджанской Федерации Фаризом Абдуллаевым, который просто приехал здесь, привез свою команду, которая, как всегда, показала очень хорошее показательное выступление, показала настоящее реально айкидо. И это самое главное, что это было просто удивительно, как люди пришли с другой стороны и как двигаются по вопросу самой техники и технических вопросов реального айкидо. Желаю всем удачи, а мы в этом же духе продолжаем. И 9 июня в Баку у вас тоже будет уже 10-й международный семинар у нашей организации ИРФ. Этому я очень рад, как тренер, что буду там у вас. И желаю больше успехов, и мы увидимся 9 июня в Баку.